Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем очень простой берет, самый, пожалуй, простой берет лицевой гладью. Я буду вязать берет на окружность головы 56 сантиметров. В зависимости от этого вы уже варьируете на свой размер головы. Для начала спицами и пряжей, которыми будете вязать, вам нужно связать небольшой образец и измерить, сколько у вас в образце лицевой глади при растянутом состоянии в 10 сантиметрах петелек. Затем это количество петель выделите на 10, получаете сколько петель в 1 сантиметре и уже умножаете это количество петелек на окружность головы, которая нужна вам. Берет состоит из вязания, скажем, трех частей. Это резинка, затем расширение, у меня это 7 клиньев. Затем промежуточное вязание без изменения. И третья часть — это убавление петель для макушечки. Если вы развернете вот так, как я, скажем, беретик, то у вас от макушки до начала вязания или от начала вязания до конца вязания берета должна получиться высота стандартной шапочки на, скажем, нужный вам размер. К примеру, у меня окружность головы в данном беретике 56 сантиметров. Высота от лобной части до макушки затылочной 21 сантиметр. То есть общую высоту берета нам нужно было поделить на, скажем, такие вот части, как резинка, расширение, убавление, в 21 сантиметр, чтобы мы вместились. Из этих 21 сантиметра у меня 4 сантиметра высота резинки, которую можно сделать шире либо уже. Далее расширение берета до 6 сантиметров, то есть вот эта часть у меня 6 сантиметров плюс 4 сантиметра резинка, то есть 10 сантиметров. Далее промежуточная вот эта часть, которая без убавления прибавления 2 сантиметра, и 8 сантиметров заняла у меня макушка. Вот исходя из этого я и, скажем, вязала свой берет. Есть определенные именно расчеты, рассчитывают из числа пи, далее, в общем, высчитывают, сколько нужно именно, чтобы была резинка. Но я вам честно скажу, исходя из практики своей, то чаще всего рекомендую делать резиночку, если вы не знаете, на кого берет, то стандартным, скажем так, размером. Это 3-4 сантиметра. Не делайте ее слишком широкой, не делайте слишком узкой, так как каждый человек индивидуален и не всем подходит широкая, либо наоборот таки узкая резиночка. Теперь, что касаемо на взрослого человека расширения для стандартного берета. Это обычно 6 сантиметров, не более. То есть это при вязании берета на окружность головы 56 сантиметров я сделала 6 сантиметров здесь расширение. Но опять же таки, можно делать расширение немножечко меньше, если вы не хотите слишком такой вот блинообразный вид берета. Вот. И теперь, что касаемо промежуточной части вот этой, можно сделать, например, расширение 5 сантиметров, а промежуточную часть не, к примеру, 2 сантиметра, а 4, если вы хотите более шапочкообразный вид. То есть не будет видно этого грубого перехода клиньев на голове, вот, и будет все гораздо такое вот шапочкообразное. И касаемо убавления, то здесь уже вы смотрите, смотря из того, исходя, сколько вы расширения сделали, затем провязали высоту, и уже убавление делаете до самой-самой макушки. Обычно вот эту самую-самую последнюю, скажем, часть макушки, уже при том, как мы будем собирать петельки, я вывязываю обычно убавление в каждом ряду. При том, что делала убавление по всему берету через ряд. Как и расширение. Точно так же делаем через ряд, чтобы не было слишком такого грубого расширения. И точно так же сужение. То есть делаем через ряд. Все постепенно. Вот. И в итоге у вас получится, скажем, должна получиться общая высота, так как вязали бы вы шапочку. То есть стандартная высота. К примеру, если это детская шапочка, то высота там порядка 18-19 сантиметров. Вот исходя из этого делаете резиночку. И общую часть делите на такие этапы, как расширение. Небольшая обычная часть. Деткам даже, пожалуй, обычно делается 4 сантиметра. То есть небольшая часть. Точно так же и промежуточная. Это порядка 4 рядочков. На детском берете можно рядочка 2-3 смело достаточно.
Вот, и точно так же убавление идет до самой-самой макушки. Если вам понравилось, не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжу Alize Lana Gold 240 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео, ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Два номера чулочных спиц, которые вы можете заменить на круговые, если вам удобнее вязать на круговых. Это номер 3 для вязания резинки и 3,5 для основного вязания. Также нам понадобятся ножнички, крючок для заправки краешек ниточек, сантиметр и один маркер либо булавочка для того, чтобы отметить начало ряда. Также по желанию можете использовать дополнительно 7 маркеров либо булавочек для того, чтобы отметить наши клинья, чтобы удобно было делать расширение для берета и сужение уже макушки. Начнем мы вязание берета с резиночки, поэтому берем спицы меньшего размера. Для данной окружности головы нам нужно набрать 98 петелек, плюс одну петлю я наберу для замыкания вязания в круг. Набираю 2 начальные петельки на одну спицу, затем приставляю вторую и продолжаю набирать петельки. Для удобства я набираю 2 начальные петельки на одну спицу, для того, чтобы у нас не растянутые были крайние наборочные петли. И второе, я разделю наши набранные петельки на 2 пары спиц. То есть сейчас я набираю первую часть петелек, то есть я, получается, 99 делю напополам, это 49 и 50 петелек. Вот на первую я набираю 49 петелек на первую пару, и затем приставлю вторую пару спиц и наберу еще 50 петелек. То есть в общей сумме получу 99 петель. Теперь на каждой спице я делю пополам количество петель. Визуально. Для начала я поделю визуально, потом при вязании для удобства я распределю по четному количеству. Либо же просто, скажем, на 4 части максимально приближенное количество петель. Итак, делю первую спицу и делю вторую спицу. Затем нам нужно замкнуть вязание в круг. После того, как поделили петли, поверните той стороной, где у нас наборочная красивая косичка. То есть с одной стороны у нас зубчики, а с другой стороны вот такая вот красивая ровная сторона. Вот этой ровной стороной положите вверх и подтяните, скажем, там, где у нас наборочный хвостик и рабочая ниточка, подтягиваем петли к краю спиц и берем в руки. У нас в левой руке первая спица, там, где первые набранные 2 петельки, они сейчас очень хорошо видны. И в правой руке у вас, скажем, четвертая спица, на которой последняя набранная петля. Теперь первую набранную петельку переносим на последнюю. Вот так подхватываем спицы и переносим к последней петле. Затем последнюю петлю мы переодеваем на первую и спускаем ее со спицы, с четвертой, а затем с первой. Вот она у нас получается 99-я петля спустилась между первой и четвертой спицей. Теперь подтягиваем короткий краешек на себя, рабочую ниточку от себя. То есть затягиваем хорошо эту последнюю набранную петельку. Она у нас спустилась между работой, поэтому сократилась. И по кругу у нас осталось лишь только рабочие 98 петелечек. Теперь нам нужно вернуть обратно эту петельку. Подхватываем левой спицей и возвращаем обратно на место. Можете для удобства пока подтянуть петельки пониже, чтобы не сползли. И теперь нам нужно отправить вот этот хвостик наш к рабочей ниточке. И хорошо натяните пальчиками. Мы сейчас при вязании нескольких первых петелек ряда будем вязать в 2 ниточки, для того, чтобы сразу для удобства спрятать вот этот наш хвостик, и потом его не пришлось, скажем, заправлять уже после окончания вязания берета. И сейчас я подкреплю вот здесь вот между первой и четвертой спицей булавочку, которая послужит мне маркером в дальнейшем, как отметочка начало-конец ряда. Начало ряда отметили, и теперь начинаем формировать в первом ряду резиночку 1 на 1. Первую петлю подхватываем и вяжем лицевой за обе ниточки. Дальше вторая петля у нас изнаночная. И так продолжаем чередовать то лицевая петля, то изнаночная. Первые несколько петелечек вяжем
за 2 ниточки, за рабочий хвостик и рабочую ниточку. Я провязала 6 петелек, все, подтягиваю хорошо короткий краешек ниточки и оставляю за работой. Продолжаю вязание только лишь рабочей ниточкой. И дальше продолжаю чередовать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до конца ряда, то есть до тех пор, пока не дойду до последней вот этой нашей спицы, где булавочка. Чередуем лицевая, изнаночная, причем в конце каждой спицы я постараюсь оставлять изнаночную петлю, для того, чтобы не были растянутые лицевые крайние петельки. То есть именно изнаночной буду окончание делать, если вы вяжете точно так же, как я на чулочных спицах. Вот я закончила вязать изнаночную, но у меня еще осталась лицевая. Я для удобства ее переодену на следующую спицу. И продолжаю вязать уже с новой спицы первую лицевую петлю. Точно так же и здесь. Я буду вязать, не считая количество петелек, а просто оставляя последнюю провязанную петлю на каждой спице изнаночной. И так я буду в конце вязания первого ряда знать наверняка, что у меня раппорт резинки 1 на 1 совпал хорошо, что у меня первая петля лицевая, последняя петля ряда изнаночная, а соответственно, значит, все правильно набрано. Вот она у меня последняя лицевая, я переношу со следующей спицы, изнаночную еще провязываю. Хотите, можете переносить, хотите, можете провязывать со следующей спицы одну петельку. То есть это уже, скажем, как вы хотите. В общем, продолжаем вязать, чередуя лицевая, изнаночная до конца первого ряда. Первый ряд закончился у нас изнаночной петлей, значит, все провязано правильно. В принципе, мы могли бы распределить на 3 спицах по 24 петли и на одной оставить 26 петель. Но, честно говоря, здесь не особо это значимо. Самое главное, на что я акцентировала ваше внимание, это на то, чтобы каждая спица заканчивалась именно на изнаночную петлю. Для того, чтобы не видно было перехода, скажем, между каждой из спиц, чтобы уголки у вас, вот здесь вот крайние петельки, не были растянутые. Вот. И дальше продолжаем вязать второй ряд, третий ряд, четвертый и каждый последующий ряд над уже сформированным первым рядом. Первая у нас лицевая. Обратите внимание, что мы вязали, вот здесь вот у нас две рабочие ниточки были, поэтому захватываем две петельки, вяжем лицевую за ближайшую стеночку и дальше над изнаночной вяжем изнаночную за дальнюю стеночку. И провязываем за обе петельки, чередуя лицевая, изнаночная по рисунку, для того, чтобы не прибавить и не отнять никакие петельки. То есть здесь вот в начале, где мы вязали начальные несколько петелечек. А так продолжаем просто вязать лицевая над лицевой петлей, изнаночная над изнаночной, уже второй ряд резиночки 1 на 1. То есть уже по сформированному рисунку продолжаем просто вязать уже по рисунку. Так я буду вязать второй ряд, третий ряд, четвертый. Вот, я провяжу где-то порядка еще 10 рядочков. То есть я закончу вязать второй ряд. И в общем, скажем, у меня будет ширина резинки моей где-то порядка 10-11 рядочков чередования лицевая, изнаночная. Я не буду слишком делать широкую резинку, так как не каждому, скажем, подходит широкая резинка, а вот именно возьму среднюю, скажем, ширину. Это порядка 3-4 сантиметров получится. Мне этого будет более чем достаточно. Вот. И вам рекомендую для начала определиться, какую вы хотите ширину для вашего берета. Потому что не всем, опять же таки, подходит узкая ширина резинки и не всем подходит широкая ширина. Вот я как раз таки на это ориентировалась и решила сделать нечто среднее в 10-11 рядочков. В общем, продолжаем вязать ширину резинки. Делаю я, как вы видите, просто резиночку 1 на 1, самую обычную. И дальше перейдем на вязание основного, скажем, полотна, расширение берета после резиночки.
Я связала 10 рядочков, и у меня получилось, не считая петель на спице, 4 сантиметра в высоту. Этого более чем достаточно. Я остановилась на 10 рядах. И теперь 11 ряд. Мы берем спицы большего размера и провязываем полностью все петельки лицевые. То есть, начиная с первой петли, я беру за переднюю стеночку, вяжу лицевой над лицевой. Далее за дальнюю стеночку вяжу изнаночные лицевой. То есть, лицевые из лицевых я вяжу за ближайшую стеночку, а изнаночных из изнаночных лицевые вяжу за дальнюю стеночку, чтобы у нас красивой косичкой шло вязание. То есть просто я перехожу на спицы большего размера и первый ряд вяжу лицевыми петельками без какого-либо изменения или прибавления. Вот так у нас выглядит 11 ряд. Первую спицу провязали, переходим на следующую. Снова меняем спицу на больший размер и продолжаем вязать петельки лицевыми. Итак, каждую из четырех спиц я провяжу, меняя размер на больший. Мы связали первый ряд и перешли на спицы большего размера. Теперь, отталкиваясь от этого ряда, нам нужно будет делать прибавление. Прибавление мы будем делать, поделив полностью все петельки на 7 частей. То есть, если я 98 поделю на 7, у меня получается по 14 петелек в каждом клинышке. 7 клиньев по 14 петелек между ними. И, следовательно, из каждой 14 петли мы будем делать прибавление. Поэтому все петельки, абсолютно все, вяжем лицевыми. У меня будет лицевая гладь. И, соответственно, провязываем первые 13 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. А из 14 петли мы будем делать прибавление. Каким образом? Смотрите, мы находим предыдущий ряд. Вот она, из которой петелька 14. Вяжем одну петлю. И 14 петлю довязываем лицевой. Снова повторяем. 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я переношу со следующей спицы сюда же. 11, 12, 13. Затем ныряем на ряд ниже. И из 14 петельки захватываем предыдущего ряда одну петлю. То есть делаем прибавление и 14 лицевую довязываем просто. Снова повторяем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. А из 14 петельки ниже на ряд спускаемся, делаем прибавление. То есть вывязываем петельку и 14 довязываем лицевой. Вот так чередуем до конца ряда. Вот я провязала первый ряд, и у меня поделилось вязание на две части на каждой из трех спиц, и одна седьмая часть у меня на четвертой спице. Вот так я и буду вязать. Теперь мы сделали ряд с прибавлениями, соответственно, у нас в этом ряду во втором добавилось 7 петелек. То есть благодаря вот этим прибавлениям с предыдущего ряда через каждые 13 лицевых, вот, у нас добавилось по одной петле. Теперь у нас ряд должен быть без прибавления. То есть будем чередовать. Первый ряд был у нас просто лицевые. Второй ряд это ряд прибавления был. Теперь третий ряд и каждый нечетный ряд мы будем вязать просто лицевыми петельками. Абсолютно все петли. Наши 98 изначальные петли и плюс 7, которые добавились благодаря прибавлениям. Вот, поэтому целый ряд мы просто вяжем все петельки лицевые. Довязали третий ряд лицевыми петельками, четвертый ряд мы продолжаем делать ряд с прибавлениями. У нас добавилось по одной петельке между клиньями, поэтому сейчас мы будем вывязывать, отсчитывая не 13 петель, как мы делали во втором ряду, а уже 14. Из каждой 15 петли мы будем делать прибавление. Отсчитываем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. В 15 петельке на ряд ниже спускаемся, делаем лицевую и довязываем
нашу последнюю петельку. То есть снова сделали прибавление. Дальше повторяем. Опять вяжем 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. А из 15 петельки на ряд ниже спускаемся, вяжем лицевую и довязываем 15-ю, также петельку лицевой. Вот так делаем до конца ряда. 14 лицевых, то есть плюс 1 петля. И из 15 петли вывязываем прибавление. Из предыдущего ряда вяжем 1 лицевую и довязываем 15-ю лицевую петлю. Вот, связали наших 14 лицевых. Из 15 петли на ряд ниже лицевая. И последняя 15-я петля также лицевая. Если вам тяжело каждый раз просчитывать петельки, можете отметить эти петельки там, где делаем прибавление. Можете отметить маркерами либо булавочками. Но, честно говоря, если вы два ряда потерпите и просчитаете вот эти вот наши петельки, то уже при провязывании очередного ряда прибавления у нас будет четко видны, скажем, линии те, где мы будем делать прибавление. Вот она, к примеру, одна линия. Вот она, вторая линия. И так как я вяжу на чулочных спицах, то как бы я изначально ориентируюсь на то, что у меня в центре каждой спицы должно быть прибавление. И провязав полностью спицу, в конце будет второе прибавление. Вот сделали прибавление и так продолжаем довязывать в конце каждой спицы прибавление. И по центру, если вы вяжете точно так же, как я на чулочных спицах. Если на круговых, то можете отсчитывать, либо отмечать маркерами. Довязали ряд с прибавлениями, и теперь пятый ряд мы просто вяжем лицевыми петельками. То есть чередуем ряд с прибавлениями, ряд просто лицевыми петлями, ряд с прибавлениями, ряд просто с лицевыми петлями. И так как это нечетный ряд, пятый ряд, то мы просто вяжем его лицевыми петельками. В шестом ряду продолжим делать прибавление. Пятый ряд связали, в шестом ряду это снова ряд с прибавлениями. Поэтому добавляем очередную одну петельку, которую мы уже здесь добавили. Поэтому сейчас в клиньях будет уже не 14 лицевых, а 15. И из каждой 16 будем делать прибавление. То есть начинаем отсчитывать 15 лицевых. Первая. Вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая. А из 16 петли на ряд ниже спускаемся, вяжем лицевую и довязываем вот эту нашу оставшуюся лицевую 16-ю. Снова 15 лицевых, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. А из 16 петли на ряд ниже спускаемся, вяжем лицевую и довязываем 16 лицевую. Вот так вот делаем прибавление, чередуя 15 лицевых и 16 на ряд ниже спускаемся, вяжем лицевую и довязываем 16 лицевую до конца ряда. Сделали прибавление до конца ряда и снова добавилось у нас в ряду 7 петелечек. Поэтому сейчас 7 ряд снова делаем без каких-либо изменений. Просто вяжем лицевыми петельками, как наш первый, третий, пятый ряд, так и 7. Вяжем просто все петельки лицевые, без прибавления. Вот так я дальше продолжаю делать клинья, при этом прибавляем каждый раз по одной петельке до очередного прибавления. У нас уже, как вы видите, прибавление отчетливо видно. Это видно как через камеру, так и, я думаю, если вы посмотрите на свое изделие, какое бы оно ни было цветом, светлым или темным, вот, уже видно хорошо, четко при провязывании, буквально, как я уже сказала, 2-3 рядочков прибавлений, уже это видно.
Вот, и так далее я продолжаю делать прибавления, чередуя через ряд. Мы сейчас вязали 15 лицевых, делали прибавление из 16 петли, довязывали 16. Сейчас в следующем ряду прибавлений я буду вязать уже 16 лицевых и 17 делать прибавления. Далее ряд без изменения, потом 17 лицевых, ряд прибавления и так далее. Вот, то есть делаем просто расширение нашего берета, не считая нашей резиночки, она у нас будет вот так на голове. И делаем расширение, смотря насколько вы хотите, чтобы был широкий. Допустим, многие люди любят берет по голове, то есть шапочкообразный такой. Вот. Для этого нам не нужно делать слишком много рядов расширения. Вот. Если же вы любите наоборот, более такой вот блинообразный, то, соответственно, делаете большее количество рядов расширения. И обязательно не забывайте чередовать, что делаем ряд расширения, а затем просто закрепляем одним лицевым рядом. Снова ряд расширения, лицевой ряд закрепления. Это обязательно. Вот я сделала расширение до тех пор, пока от резинки до спицы у меня не набралось 5,5 сантиметров. И теперь у меня получается 21 петля вместо изначальных наших 14 петель между клиньями. И теперь я должна буду провязать 4 ряда без изменения просто лицевыми петельками. Как мы с вами вязали нечетные ряды. 1, 3, 5, 7 и так далее. То есть просто вяжем 3 ряда плюс 1 ряд как бы завершающий лицевой лицевыми петельками. То есть в общей сумме у нас должно получиться 4 ряда после последнего ряда прибавления до 21 петельки. То есть мы сейчас как бы получается наш нечетный ряд провяжем лицевыми петельками, как бы закрепительный, и еще 3 ряда. Связали наши 4 ряда без изменения и будем считать, что 4 ряд это первый наш нечетный ряд. Затем мы делали с вами прибавление и чередовали нечетный ряд в четном ряду прибавления, нечетный ряд в четном ряду прибавления. Вот это такой же первый нечетный ряд. Затем в каждом четном ряду мы будем делать убавление. Как это будем делать? Смотрите, последнее прибавление у меня было это 19 лицевых прибавления, и я довязывала 20 лицевую, благодаря чему у меня получилась 21 лицевая между клиньями. Точно так же сейчас я буду делать убавления в аналогичном порядке. Вязать 19 лицевых, затем 20 и 21 вязать вместе одной петлей лицевой. Итак, вяжем 19 лицевых. 1 лицевая, далее 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Дальше у меня идут 2 лицевые 20 и 21. Я завожу за вторую петлю и вяжу вместе одной лицевой за передние стеночки. Повторяем 19 лицевых. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. 2 лицевые заводим за дальнюю лицевую и вяжем вместе за ближайшие стеночки одной лицевой. Таким образом мы уменьшаем по одной петле в каждом промежутке между клиньями. И у нас уже остается по 20 петелек вместо 21 петли. Так мы будем делать убавление до конца этого ряда. Следующий ряд просто все петельки, как и в каждом нечетном ряду, вяжем просто лицевыми петлями. Связали первый ряд с убавлениями и уже связали еще один ряд просто лицевыми петельками. Теперь делаем четвертый ряд, следовательно, это второй ряд с убавлениями, поэтому мы, уже убрав 7 петелек через ряд назад, будем чередовать уже 18 лицевых, не 19, а 18. И дальше 19 и 20 вместе вязать одной лицевой. Поэтому начинаем с первой петельки отсчитывать 18 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 и 18. Дальше 19 и 20 провязываем вместе, заводя за вторую петельку одной лицевой. Повторяем 18 лицевых. Далее 19, 20 делаем убавление, провязываем вместе одной лицевой. Вот так я буду чередовать до конца этого ряда. Следующий ряд у нас нечетный, поэтому будем вязать его просто лицевыми петельками. Уже минус 7 петель будет при провязывании убавлений в этом ряду. Связали нечетный ряд и теперь в четном ряду снова делаем убавление. Теперь уже мы будем провязывать 17 лицевых и 18 и 19 провязывать вместе одной лицевой. Поэтому отсчитываем от первой петельки 17 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Дальше 18 и 19 заводим за вторую петельку и вяжем вместе за ближайшие стеночки одной лицевой петлей. И посмотрите, какое у нас идет аккуратное убавление. Опять отсчитываем 17 лицевых и 18 и 19 провязываем вместе одной лицевой. То есть смотрите, между убавлениями мы через ряд, когда делаем ряд с убавлениями, убираем одну петельку. У нас изначально было 19 петель, мы провязывали убавление. Затем 18 петель. Теперь у нас их 17. Через ряд будет у нас 16 петель. Почему через ряд? Потому что каждый второй ряд, как вы помните, это просто ряд лицевыми петельками. И вот так вот убираем просто по одной петельке между убавлениями. Сейчас у нас уже четко видны линии убавления, то есть вот вы провяжете один лицевой ряд, затем у вас вот эти две петельки провязываются вместе. Снова один ряд, две петельки вместе провязываются. И убираете по одной петельке и продолжаете делать убавление через ряд. Каждый второй ряд у нас лицевой. Провяжете ряд с убавлениями, следующий ряд лицевой. Вот так мы будем убавлять, убавлять, убавлять до тех пор, пока у нас не останется 14 петелек. Затем мы продолжим, то есть мы как бы дойдем до этого этапа, но продолжим делать убавление макушки, пока не закроются полностью все петельки. То есть продолжаем делать убавление через ряд полностью, пока не закроются все петельки. Вот мы делали уменьшение. Единственное, что хочу сказать, то что когда у меня осталось по 5 петелек на каждом клинышке, вот здесь вот, я провязала 35 петель без изменения, то есть последний ряд лицевой, а затем в каждом ряду делала убавление, пока у меня не осталось на каждом клине по 2, вот здесь вот по 2 петельки. Вот. И теперь у меня всего получается осталось 14 петель по кругу после последнего убавления, то есть если я не ошибаюсь, то здесь у меня провязано 3 ряда подряд просто убавлениями. Вот, то есть я как бы уменьшала по одной петельке между убавлениями и делала, вот продолжала вот такие убавления. Теперь на 14 петельках я буду делать закрытие. Как мне нужно сделать? Смотрите, я нахожу первую петельку ряда и вяжу ее лицевой. Затем возвращаю обратно на спицу и поочередно переодеваю все петельки с этой спицы на эту петлю, спуская полностью со спицы. Вот так. У меня на спице осталась всего одна петля, на которую я перекидывала петельки. Теперь я ее переношу на следующую спицу и точно так же поочередно со следующей спицы переодеваю все петельки на эту петлю и спускаю полностью с работы. Вот так. Снова переодеваю эту петельку на следующую спицу и поочередно переодеваю с нее все петли. У меня должна всего лишь остаться эта одна петля после того, как я соберу все 14 петелек, точнее 13, 14 это ту, на которую мы собираем петельку. Вот. И все. Пересобирали на нее все петельки. Затягиваем. И теперь для удобства можете взять крючок и сделать 2 воздушные петли. Вот так как я, не вытягивайте, потому что может сползти петелька.
И все, у нас получается вот такая аккуратная, красивая макушка. Я немножечко затянула ее, то есть смотрите, я когда вязала, так как на чулочных спицах я вязала, а не на круговых, то я немножечко ее стянула. Вот, но это абсолютно ничего страшного. Можно вот таким вот, скажем, способом растянуть ее. Как? Смотрите, первый это намочить макушку и оставить ее в развернутом виде, вот так вот просто на ровной поверхности. А можно просто по ходу носки, она восстановится. То есть здесь ничего страшного. Я беру крючок, либо же просто эту же спицу и протягиваю рабочую нить вот так вот сквозь эту петельку. Хорошо петлю затягиваем. Вот так вот. Можно взять крючок, как по желанию. Главное протянуть два раза рабочую ниточку. Теперь можно отрезать. Этот краешек ниточки вытаскиваем на изнаночную сторону. Вот она у нас получилась аккуратная, красивая. Здесь никаких ниточек нам прятать не нужно. Мы просто снимаем нашу булавочку, той, которую отмечали начало ряда. Клинья я не отмечала булавочками. То есть, если вы отмечали, поснимайте все. Где-то, если ниточку присоединяли, прячьте краешек. Если же у вас цельная ниточка, как у меня с одного моточка, то... Вот такая у нас получается нижняя сторона, вот, то есть где лобная часть. И вот он наш затылочек. Все получилось достаточно красиво и аккуратно. Вот эту ниточку, опять же таки, отрежьте, спрячьте. Можно по кругу, вот здесь вот по контуру стягивания петелек, а можно просто закрепить на изнаночной стороне. По желанию можно, опять же таки, намочить, можно прикрепить помпончик. Осталась пряжа, можно сделать помпончик из этой же пряжи. Можно подцепить меховой. Ну, это уже вы смотрите на свое усмотрение. Также можно украсить, связать какой-то бантик, если это, к примеру, детский беретик. Либо же какие-то, возможно, прикрепить бусинки по поверхности дна затылочной части. Вот, это вы уже смотрите сами. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!